Всем доброе утро. Что-то я сегодня себя не очень хорошо чувствую. Меня заложило нос. Как-то мне не очень хорошо. Не скажу, что я болею, но как-то у меня вот именно заложенность носа и немножко побаливает горло. Я сегодня утром встала, отвезла детишек в садик, в школу и легла вот поспать. Потому что что-то мне не очень. А вообще лечусь водой и сном. В общем, я пью горячую воду. Как горячую? У меня на чайнике есть два режима. Это делает кипяток, а это подогревает до той температуры, которую я выставлю у себя в приложении. Я грею воду до 50 градусов. И пью ее каждое утро. Стакан, как сказать, горячей воды. Она не очень горячая, это не кипяток, но я весь стакан могу выпить, получается, залпом. 50 градусов, самая комфортная для меня температура. Хочу сегодня попробовать еще раз приготовить рецепт банановых вафель. Это просто ультра ппшные вафли, в них ничего нет такого. В них вообще в оригинальный рецепт входит только банан, одно яйцо и ложка какао. Обычного какао, не сладкого. Но я сегодня хочу добавить немного туда масла кхи и, может быть, совсем чуть-чуть сахарозаменителя. Ну, подумаю насчет этого. В общем, сейчас буду пробовать. В общем, перекладываем банан в чашечку и разминаем его вилочкой. Нам нужен именно мягкий банан. Нам не подойдет сюда зеленый, желательно тот банан, который уже немножко полежал. Но вы видели мой, он был немножко такой с черненькими штучками. Но он, в принципе, хороший, он не тухлый, просто он уже мягкий. И он идеально подойдет для банановых вафель. Вот так разминаем вилочкой все. И добавляем туда яйцо. Также я взяла примерно чайную ложку масла кхи, растоплю его сейчас в микроволновке, тоже вылью сюда. Разбила в банан яйцо, добавляю растопленное масло кхи. Все это перемешиваю. Добавляю сюда одну ложку какао, перемешиваю. У меня вот есть такой мерный стаканчик. Мерным стаканчиком наливаю сюда тесто. Взяла, разровняла и ставим таймер на 5 минут. Пока готовятся вафли, я поставила варить себе кофе в гейзерную кофеварку. Короче, вафли были, конечно, очень хорошие и ппшные, но, кажется, они мне, во-первых, слегка подгорели, а во-вторых, это было слишком жидкое тесто, нужно было, наверное, добавить больше какао, чтобы они были погуще. Съездила в магазин, купила рыбу, купила стейки сазана и купила горбушу. Сейчас что-то из этого приготовлю себе на обед. И вот жду Василису, когда она закончит, выйдет со школы, и мы поедем домой. Буду готовить вкусный обед. В общем, у нас такой вкусный обед. Ко мне пришла подруга. Вот кормлю ее. У нас тут сазан, кускус, помидорка, перчик. Приятного аппетита! Ну, выглядит очень, конечно, красиво. Будем пробовать. Я такая молодец. Купила подарки в садик, в школу. Вот такие вот дела. Недорогие, по 156 рублей. Такая прелесть. И тут целая коробка подарков. Ну, короче, полно. Вот такая в садике у нас выставка елочек. Из 3D ручки сделали? Ну, наверное. Вот это замок большой, да? Там живет Дед Мороз. Дед Мороз живет. Где Снегурочка? Снегурочка? Не знаю, дома, наверное, спряталась. Хочешь елочку сделать дома? Сегодня немного поделала мозаику. Вот столько. Завтра, думаю, доделаю. Ну, как же мне это нравится. Я вообще красота. Что-то мне опять к вечеру плоховато становится, мне закладывает нос. Днем у меня было вообще отличное состояние, даже не думала о том, что я как-то приболела. Но сейчас к вечеру опять чувствую першение в горле и заложенный нос, как-то не очень.
Всем спасибо, что смотрите. Как всегда, жду от вас лайков, подписки, комментариев. Всех целую, всем пока.